отваливается. В этих блоках такая гамма, что, блядь, я думал, что одни как неправильно пошли, а другие нормально. Одни как... Нормально. Один диплом матом орёт, другой планшет чинит, поёт и матом орёт. Третий на гараже игру проходит, матерится. Один Борм такой пиздатый, спокойно ржёт, посиживать. Вообще неправильно тебя посчитал. Ну, это и он так, ты же сам. Так, я надеюсь, тут рядом будет портал. Гагарин, я вас любила. Какой-то колокол или что? Да-да-да-да. Я экзит нажимаю. Блазер, ты можешь выйти отсюда? А. Гагарин. Хуя себе. Шматок. А чё я не могу управлять игрой? Всё, хватит. Будешь. Хватит тебя. Сейчас мне очень странно принять, как геймпад переподрублю. А ну и блазер злоебучий кликер. Так, тихо, жидкие кристаллики, блядь. А как тут мне кастомайзить персонажа? Похоже, тот, кто подобрал часы, тот и работает. Да, наверное, кстати. Да хуй знает. Так, еще одна хуйная зона, блядь. Время охуительненько стоит. Блазер, а ты как-то делал себя черным или родился? Блядь, гуталином нахуй. Ну да, как Петьке Василий Иванович четвертого. Блин, четвертую нельзя в стиме пересдавать, там блэкфейс. Блин, подстав, нахуй. Так, ну стоп, Valve, они же это, они им похуй. Да, пришлось долго отмазываться, приглазывать. Это потом, наверное, откроется какая-то комната редактора персонажа или чё? В конце то они открывают слот машины. Все, понял. У нас град... С тройной грозой, говорит Алекс. Привет, Алекс. Тройной грозой. Тройная гроза, да. Это, блядь. Когда был гроза тут? Так, тут надо, чтобы... Чтобы чё? Вот мне тут вот любопытно, это загадка. Между этими блоками должна быть дырка тоже, да? Чтобы она соединялась. Нет, здесь двойной блок должен быть. Один Г-образный, судя по всему, а второй типа такой сквозной. Ну и я говорил, что блоки между друг другом тоже дырками соединяются. Да, да, да. Так, это у нас сквозной или... По-моему, Г-образный. Чё-то там лазер пишет. Рассветывали как кисточки. Тоже к вопросу о том, почему есть геймдизайн говно. Ну типа, блять, вы делаете комнату с таким пазлом, который надо ковырять полчаса, и у вас еще и в этой комнате враги спавнятся. Да, нахуй эти враги здесь нужны? Вот объективно зачем, вот кроме того, чтобы... Тянуть время, блять. Лазер, а ты крутани давай. Пидорство просто, блять, какое-то. Не, ну вообще я хочу вторую часть поиграть, у меня просто интересно, они починили вот эти все косяки свои или сделали все только еще хуже? Видимо, там три нужно или сколько их, а у тебя один. Ой, блядь. Напугал нахуй. Залез. Ты зай теперь оттуда штука. Merry Christmas, нахуй. Нифига он там стоит такой, мой ящик, блядь. Он в платформер играет, блядь, со мной, нахуй. Он кот, что ли, блядь, да. Типа? Слышь, ты чушь, ёбаная, давай сюда. Что ты там делаешь? О, он умер, блядь, внезапно. Не выдержал игры со мной, лол.
Я так и думал, ай, блять, вот другу ударил. Я так думал, что его давно, может быть, защемить. Но главное, что его защемил, то как странно вообще. Да, очень. Ночью. Я не собрал слишком много клея нахуй. Нос слился. Почти, блядь. Нет, ты должен... Почти. Я их принимаю, у меня с работы видно школу и больницу. Так все их окна во флагах, что дальше, когда ты пойдешь голосовать, тебе дадут бюллетень, где просто надо поставить подпись. Блять. Алекс иногда пишет просто божественно, нахуй. Я понял, что там везде висят флаги, короче. Да, блять, чтобы проголосовать, надо моргнуть в телевизор, блять. Это уже известно много десятков лет. Известно. Ну, а с телевизора тебе так не думай. На секунду с высока. Не думай. Бля, так охуенно было сделано, реально. Не думай. Блять, слушай, это подстава какая-то. Мужчина застрелил свою бывшую девушку, а также ее ребенка и ее мать, после чего покончил с собой. Стрелявшего звали Севастьян Путинцев. Путинцев? Блять, это все пятая колонна, блять. Она визитируется, понимаешь? Не разговаривай с ним, Блазером, плохому тебя научат. Ой, чё это? Вон этот, Girl Wear Red Hood, Scary, We Give Octopus to You. Блять, а чё, во что там вы играете? В смысле, это чё? Это тайм. Блять, это понятно. Это что такое-то вообще? Ну как Mario Odyssey. А! Типа платформа? Ну это чисто аналог, можно сказать, Mario Odyssey. Ну типа с коопчиком, я так понимаю. А, ну собственно. Да. С недокоопчиком, короче. Ну да, где ремоут плей вот этот. Угу. Причем Кирич забавно, я вот не помню, я при тебе это говорил или только Анти еще. Короче, я когда выключил режим коопа, один персонаж остался. А мы поочередно могли я с клавиатуры, это сейчас с геймпада играть, а Блазер спокойно управлял тем же самым персонажем с клавиатуры, короче. Самое большое количество игр из всех, кого я знаю. Ну, в Стиме, наверное. Блин, да ладно, у Мартына, мне кажется, тоже, ну, очень дохуя. Мартын помойки покупает за 10 рублей. Блин. Да, говорю, инди-говна всякого там. Знаете, там не то, что инди, там совсем плохо. Алекс охуенную новость скинул. Вместо гибели Джорджа Флойда объявили чудотворным, там типа глухой обрел слух. Да, блять, так это типа, блять, это вообще, короче, это засада, ведь теперь можно подумать, что типа давайте убивать черных, чтобы там это, хилки там, да, вот это вот, это, святые места там больше было, там про больше было. Прославие сейчас вторгнется там, блять. К вам вторгается полицейский скот. И такой красный коп появляется. Да. Не, белый. Просто белый коп. Не, красный, потому что он... Блять, нет. Не важно, что у фантома должен быть белый, для того, чтобы он был расистом. Еще ему нужен белый колпак, короче. А, в лонге он все сделал. Тогда все будет охуенно. Вообще. Расист. Да. Фашист, расист, блядь. Интересно отсюда. Блять, у меня что получил надо? Сука, у меня сейчас карточка сломалась. Так. Первый, блядь, залежал. Да, блядь. По крайней мере, пытаюсь это сделать. Ну, сука. Но, блядь, нахуй. Клея не жалели, блядь. А, еще ниже. Так, ладно, попробуем отсюда начать. Интересно, что в киберпанке по квестам будет, потому что там что-то была такая телега от разрабов, что, мол, типа, у нас нету никаких гайдлайнов для квестов, типа, что просто, типа, накидываем всякую херню, если видим, что она пиздатая, мы ее втыкаем в игру. Нет каких-то технических вещей, что, типа, там из серии, что там обязательно надо по городу походить, или там обязательно сколько разговоров должно быть, потому что, типа, нет каких-то строгих таких ограничений.
Ой, чё сказать. Интересно будет, заебись или хуёво. Ну, как бы теоретически разнообразие квестов должно вырасти, но чтобы они ещё играбельные были. Ну вот да, потому что, блядь, нахуярить квестов, знаешь, дело, блядь, недолго. Ебашишь генератор, он тебе, блядь, ебашит, там, блядь, принеси мне нахуй там, одно, второе и третье. Берешь то договор, да? Нет. Проебываешь его, да. Самое интересное, я вот сейчас это играю в этот там, в Elder Scrolls, да. Там я ожидал, что будут квесты типа тупо, блядь, знаешь. А, нет, там сюжет. Подай. Да? Там самое интересное, то, что большинство квестов, они реально сюжетные. То есть, у тебя идет. Ну вот, то есть у тебя есть какой-то там маленький сюжетист там про какую-то там эльфийку или, блядь. Мне даже очень понравились там это. Мне вот квест был мега охуительный. Ну, мне, по крайней мере, понравился он это. В плане то, что там всех персонажей прокляли в какой-то магии, в магической школе там это. И они стали персонажами. Да. Ну, то есть не внешние, они ведут себя как персонажи из сказок. И ты должен ходить читать книги, эти сказки, чтобы понять, что им нужно сделать, чтобы это их отпустило, как сказать. Ну, понятно. Ну, и вот там историю. Вот, собственно, у них там таких квестов много, и они реально интересны. То есть там, блядь, есть диалоги, которые, ну, как бы влияют на, ну, как бы на окончание там, квеста и т.п. То есть это не, ну, не Skyrim вообще ни разу. Не, там, наверное, есть хорошие вещи, я про это, да, и говорю, что я тоже удивился этому даже. Я сам когда играл, вот там, когда я попал, блин, когда этот, ну, выходил еще Морвин, блядь, я такой посидел, посмотрел, ну, хуя там, блядь, и расследования всякие, блядь, и пойти там отпиздошить какого-нибудь, там, принца Даэдра, там, еще что-нибудь такое. Довольно интересно было дело. Интересно, Мартын из того, что покупает за 10 рублей, играет или у него просто лежит, кстати. Некоторые инди-разработчики убрали, да, свои игры, мы это в курсе. А то, что Мартын играет или нет, я хуй знает. На стриме что-то запускал. Он запускал, да, какую-то хуйню и в Warframe. Это я... Какая-то хуйня в виде каких-то, блядь, там этих... Ну, у него много пиксель-арта всякого было, который он стримил. Не, пиксель-арт это, знаешь, это, блядь, одно нахуй. Когда он включал какие-то, блядь, непонятные самолетики, блядь. А-ля флэш, блядь, 2005 года, блядь. Вот это, я удивлялся, ёл. То есть я как бы не против индюшатины, я не против годной этой индюшатины, блядь. Откровенное говно смотреть, блядь, пиздец. Да, Блазер, ты прав, вот эту бонусную игру это играет тот, кто часы подобрал в конце уровня. Ну, прикольно. Кто у вас часы подобрал? А? Кто у вас часы подобрал, говорю? Блазер. О, а ты мне блондиночкой сделал, скотина. Убери. Не хочу. Ты, блядь, будешь отклеиваться кусок ты ебаного дерьма, блядь, или нет, на. Оп! Треснул. Сука. Это резко. Ты не пробовал приклеить яйца к стулу и резко встать? Нет, извините, я такую хуйню не занимаюсь. Бля, ну у меня почти получилось. Блять, я могу тебя только поздравить. Да не, я имею в виду тебя спровоцировать на это. Получилось. Очень понятно, блядь. Последний кусок у меня решил просто, блядь, лопнуть. Хуя. Блядь, я обожаю, нахуй. Этот пиздатый Китай, нахуй. Давай, хули, отколупывайся, блядь. Мне что нравится у айфона, у них, блядь, стекло нормальное, нахуй. А не это, блядь, ебаный пластик, блядь. За 500 рублей. Собственно, и ремонт, блядь, тача на айфоне стоит, я ебал.
Два айфона все стоит пиздец, что ли? Да не, у них вот именно вот дисплей это самая, блядь, дорогая шняга. Ну это не считаем материнской платы, блядь. Что, собственно, тебя считай заменяет. Телефон полностью. Давай! Чё? Да, мне тут нужно ответить на вопрос чуваку, как зовут сестру мою... Какую сестру? Как зовут служанку сестры моего дяди, блядь, что нахуй? Что ты за хуйню играешь, блядь, господи? Хорошая игра. Очень, на самом деле. Её звали... Никита, блядь. Паскиньте. Тихо нахуй. Не надо так гнуться, блять. Я тебя гну в другую, сука, сторону. Гнуть свою линию. Да она заебала, блять. Ёб твою мать нахуй. Гнешь, блять, одно место, сука, ломается другое. Я мама SBI, что? Что такое SBI значит? Мама би. Там же нужно еще это, цифру Блазера. Там говорит комбинация букв и цифр. Любимая. Я мама. Давай, пиши F3T FET получится. Только не говори, что ты, блядь. Я мама. Да. У них, блядь, дисплей приклеен, нахуй. Фэтбой. Окей, давай. Пиздец, блядь. Ай! Ебаный рокал. О, понятно. Сука, ну, блядь, как меня это бесит, блядь. Это пиздец, реально. Это просто пиздец. Вот, блядь, какой, сука, инженер, блядь, догадался нахуй клеить, блядь, тач в дисплей, нахуй. У вас, блядь, площадка здоровая. Нахуй вы его туда вклеили. Пиздец. Нахуй. Так, по-моему, одну из этих хуйни я сдвинул, не знаю, это ли... Ебал я в рот, нахуй. Ау. Наверное, это, по-моему. Блядь, чё? Нахуй. За завтра к чуваку съезжу. Бля, серьезно, капчи водить надо в игре? Капча. Копча. Так. Завтра, значит, после работы надо смотаться. Так, ну, две загадки я решила, две остальные. Придумать, как бы моего супергероя звали, если я бы им был. Алкоголик. Алкоголик. Оно заезжает обратно, что ли? 1991. А, блин, не хватает. Адрес. Ах, 99.
Отличное имя, да. Алкоголик 99, отличный супергерой. Блять, это не так. Охуенно. Охуенно. А Маша на Spy vs Spy вообще, там похоже вот эти были такие носатые уроды. Так, все. Собираю, убираю и нахуй. Завтра повезу, блядь. Покупать дисплей. Ну-ка, сейчас мы узнаем, какая часть тела Блазера тут стесняется своей. Своей? Да. Пинус, небось, да? А, пек. Чего? Пип. Пик. Пипетка. Да я просто читаю, чем вводит постепенно. Кей. Кейси, что? Дабл ю. Вы KFC with Niggers, что это значит? Kentucky Fried Chicken with Niggers. Бля, вот это реально кринж такой. Ну, Гуфовский выпустил полноценный федер. Полноценный видос, наконец. Надо будет глянуть. Про Switch, небось. Ну, я эту штуку кручу, она быстро довольно отрастает. Ебат. Окей. Захотелось КФС ведро, а курочки не захотелось? Слушай, а тут по-моему, тут же какая-то хурма с этими сколоколами. Они там сейчас не время замедляют или что-то такое не делают? Я хуй знает. Вы там в басе, что ли? Да. Ну да, да. Блять, вам его. Надо, тебе надо успеть, короче, наебать в один колокол и добежать до другого. Все. Интересно, что я вообще никакой не слышу, блин. Че? Я бью в колокол звук вообще. Ну че я могу сказать? Хуёво рассорителя нету. Go get your ебат, чек-то. Иди проверь ебат. Окей. Так, ну линзу сова потеряла. О, успел, да. Аллилуйя, Джафар, нахуй. Ей! По скинке пришла. Пойдем по скинке встретим Блазер. Блять, пшки, охуенный новый ролик вышел, блять, я чё собрался? Кого? Пшки. Блять, короче, Дискорд скинул это.
Это сложно объяснить, это надо видеть. Что это? Что не делать, если ты кот, блин? Грибы жрать? Блять, там еще и музыка такая лютая. Блин, сука, хоррор. Это стелсно. Господи, блин, опять. Господи, что это заебало? А, теперь тебе надо эту дверь открыть, по-моему, ту самую. Тут что-то с потоками воздуха же завязано, что типа ты это чинишь этот трубопровод сраный, или оно там что-то такое, в общем. Короче, я трубу разбил, и кроме вот этой ебаной, как она называется, рычага, я больше ничего не вижу. А рычаг я чисто физически не успеваю добегать, там буквально пару секунд и закрывается. А ничего в этом смысле не поменялось? То есть оно точно так же продолжает работать? Я просто так помню, что я тут тоже бегал, но вроде как-то там я с грехом пополам. Да я все никак не мог добежать. Мне все время все никак не получалось до второго колокола добежать, и я в какой-то момент подумал, что надо что-то сделать, чтобы это получилось. Я очень много времени на это потратил. А потом я что-то вроде там что-то хуяк, вроде бы это пошло дело. Давайте хоть посмотри, где вы там бегаете. Гараж. Г. Нет, не П. Г. Параж. ГСРСМ, бля. Гараги. Чупа точка нет. Лучший ковмы в мире, блин. Где? О. Качество. Так. Колокола, там должно было треснуть стеклышко и все. Ну, я его разбил, а дальше что? Так, теперь тебе... Кажется, это проворонили. Так, если поток воздуха не работает, то тебе на... Блять. А я его, кстати, не проверил. Тебе надо в астрале в тот... в ту открывшуюся комнату попасть. Ага. Блазер, ключ у тебя, там вон замок же. А, или ты использовал уже его. Ай! А, блядь. Бокаушки-то забыл. Правильно сделал я? Да я пока еще ничего не сделал. Вот я сейчас покручу эту хуйню, мне в астрал выходить? Да. Блин.
Да, работает. Но непонятно по какой логике она так работает. Че? Ну почему она не закрылась, когда я в астрал вошел? Потому что в астрале у тебя вообще ничего не двигается. Ты не можешь ни взаимодействовать с предметом. Ну, типа того, да. То есть ты переходишь в мир духов, в котором у тебя нихуя не работает. Вот все. Вот эти вот, про них я говорил. В халатах ебаных работают. Нет, стоп. Какие нахуй раб? Погоди. В астрале, который еще? Нет. А нет, ну нормально, арабы вот сейчас. Да у меня просто стрим еще не прокачался. Сейчас я твич включу. Давай, показывай. Еще арабы уже кончились, извини. Сука! А что, ты их пропустил, что ли? Ну, блядь, я метнулся на твич, а тут, блядь, все кончилось. Ну, на ютубе отмотать можешь. Ну, отмотай, да. Блять. Да. Арабы вы какие, блядь. О, вот еще один. Да ёб твою мать! А, этих арабов, да. Хоть можно. Эти... Это, блядь, вообще какие-то нелепые товарищи. Типа люди, но не люди. Люди, люди, хуй на блюдо. Хуй на блюдо, да. Да, вот эти, блядь, пиздюки, да, блядь, бесили постоянно. Михрэнш ебанут. Лапки длинные. Так, тут какой-то этот, блядь. Кусок еще. Здесь глиф. Да. Австралия. Австралия, я до него не добираюсь. Они какие-то типа стекла, что ли, что-то такое, да, тут местами. А, все равно придется человеку. Ключ нужен там, лазер. А где у тебя? Или у тебя? А, он у тебя, блин, есть. Господи. Сюда же вроде. Ты что там в Kingdom Hearts рубишься, блин? Блазер ключом стоит, марш такой. Огромный. Это ключевой предмет.
сломал шею. Это выглядит как-то странно. У них как будто текстуры не дорисованы. Делаем вид, что так должно. Хорошо. Всегда так делаю. Когда пришел, она уже била себя сама головой об стену. Лазер, сердечко там возьми, кстати, а то у тебя 3 из 4. Там. Так. Ауч. Что-то опустилось. Самомнение. Так, ну что, мы все собрали, значит, началом вагона надо идти, что ли?
тут вижу зазоры какие-то еще есть, ничего не понимаю, да? А чип-то дали, True Detective называется. А. У меня тупо блоки еще пусть. Да. Спасибо, блядь, большое. Ну вот текстурки здесь нормально сделали, я считаю. Такой, как бы, не слишком, не совсем уж прям совсем изъебистые, но такие, как бы, все равно надо всматриваться в эти ноги там. Все равно. Блять, у меня сегодня какой-то день непонятный. Пошел, блять, посмотреть водяные счетчики, чтобы подать показания, нахуй, сгорела лампочка, блять. Ебаный кусок говна, нахуй. Так. Так, кто микрофоном пердит? Это я переподключу. А, окей. Ну конечно. Че это все ради этой хуёвки? Ты сюжет меня дальше не продвинь. Изумруд хаоса еще один. Так, мне еще одну такую, и мне ХП должно прибавить. Что это такое? Желешка. Шесть зрителей, пять зрителей. Ноль. Развитие, блядь.
Отразите. Кивич, разгони их нахуй, бани. Да нахуй. Нахуй. Всех решил забанить. Да. Кивич против развития. Я помню, да. Так, входящие утверждения. Так, ну это все равно не отвечает на вопрос, блядь, что я делал нахуй всю эту войну. Ради чего? Ебись! Метить как не спал, блядь. Плакала надо один раз только хуять. Так, июнь 2020-го. Показание. Что-то там должно быть, потому что, блядь, не может же ничем не заканчивать. Ай, ты пидорос. Пароли, пароли, пароли. Мне вообще вниз падает, блядь, хуй знает. Чего впадал? Вниз падать может. А, сори. Так, это киловатты куда-то. Или мне надо прям починить это все, чтобы на следующий этаж вниз, или не обязательно. Сейчас я к тебе присоединюсь. В процессе тут. Каскад вопросов, блядь. Так, горячее. Сань, заметь, Блазер, что тебя на фотках отбеливает, тебя когда фотографируют, ты белого цвета на фотографии. Ух, щука.
Ух, ну хоть не при... Не... Чё? Ну хоть не перерисовывает, а то было бы обидно. Так, секунду. Сейчас он спорил. Посмотри. Айджин утверждает, что связались с разработчиками Киберпанка, те им заверили, что 17 сентября в силе и переноса не будет. Но в официальном твиттере Киберпанка написано, что перенос будет. Ну, возникает вопрос, с кем они связались-то, блядь, связались? Может, они там, блядь, позвонили уборщице какой-нибудь? Ну, я думаю, что разработчиками. Ну, блядь, разработчиками. Ты какими разработчиками? Ну, блядь, уборщица явно не разрабна. Ну да, блядь, если короче, говорят, мы позвонили разработчикам, блядь. Кому они позвонили? Хуйня. Ну, твиттер у них явно ведет, блядь, какой-то левый человек, который не знает, что вообще там творится, блядь. Ну. Не, ну я говорю, то, что просто там этот чувак, может быть, был не в курсе еще всего этого и ляпнул случайно. Ну, типа, да. Это ж какой-то портал, не видно. Там куда дальше не бежит. Найка в Dark Souls 2 пошел в шкалера играть. Ну да, вдвоем Hat and Time еще прикольнее играть даже, чем одному. Еще не было бы сплитскрина этого. Ну, зато можно один в одну локу убежать, другой в другую. Короче, хуй его знает. Попробую вниз вернуться. Наигрался Блазер. Может, внизу что-то новое появилось. Что ты делаешь, Блазер? Что ты у меня в менюшке лазишь? А, погоди! Погоди, стоп. Сяк. Тут можно фуллскрин колоп делать. И он не будет сплитскрином. Блин, ну камера тогда... Сейчас, блин, а как она будет все вести, если вот ты... Далеко убежал? Блин, ну тогда ты, блин, это ко мне телепортируешься, что ли? Блин, не, это неудобно, чувак, будет, я думаю. Бля, я хуй знает. Ой, что он тут делает? Так, вот ты ушел, кстати, вот туда. У тебя как это? Ты видишь, что где-то там бегаешь или нет? А, окей, понятно, значит нет. Что за хуйня там блестит? Мне норм. А, ну окей. Ну, вообще это кусок глифа, как бы, но, блядь, у него почему-то странное свечение. Ну, я не вижу, чтобы тут еще что-то можно было. Смотри на Блазер, я Наруто. На этом этаже я вроде все сделал. Ну, у тебя позади только стенка для лазания осталась, и все. Мне непонятно, что на этом этаже делать, потому что я во всех комнатах побывал. Все сделал, что можно. Но воздух почему-то выше не бьет больше. Так. Так, ты здесь взял только глиф и все, да? Глиф и две загадки решил. А ты не взял этот, как он называется? Здесь в это ёбаная магия, короче, звуковая. Нет. Нет. Вон здесь тебе ещё её взять надо.
Понятно. Так. Нет, тут надо в комнатах это искать. Тут по трубам это ничего нет. Не, в комнатах-то я уже во всех побывал, в этом дело. Так, стекло ты разъебал, да? Да, давно. А, он еще и скачивает этот мод, ну окей. А, вот тут спуск какой-то, нихуя себе в темноте, блин. Посмотрим, куда он идет. Я пока скачу, сейчас. Здесь просто, да, здесь, блядь, был проход. Сука. Да, 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 да. Там потом еще комнату будет здоровая. С двумя этими петухами. Беги вперед. А, все вспомнил. Да. Иди вперед. Пиздрячь. Вот комната здоровая, но тут еще куда-то путь дальше. Так. Ну, блядь, ты можешь сходить обратно, там, ну, вообще не обратно, а дальше там, по-моему, портал есть. Так, тут мужик какой-то тусуется. Мужику на тебя похуй. Я знаю. Он не может помочь, тут тварь, блядь, валить. Видишь, он тебе говорит, don't hurt me. I'm a virgin. Don't hurt me no more. Здесь я помню, вот на этом пятаке, ну не конкретно на этом, а как он называется, вообще в этом куске локации ты спустишь, ну как бы прокайдешь дальше и спустишься вниз. Возьми факел в руки лучше. И дай пизды тому пауку. Видишь, они вообще, блядь, где-то молятся, нахуй. Ну да. Vampire Lives Matter, блядь. Святой нахуй. Чё он там, блядь, качил, блядь? Ну, ты же один, это называется. Вампир, который не убивает людей. Жги его, нахуй. Всё, красавчик. Жри быстрее тут. Мне подвисло, короче, к этому тайме, если что, Блазер, он, наверное, устанавливает мод или типа того. Так. Да, одна из топовых карт. Да, вот эту вот хуйню, которую я тут... Так, тебе здесь... Ну тут 4 надо. Да. А тебе здесь нужна вот эта, по-моему, звуковая магия, я насколько помню. Чтобы стекла разбить, что ли? Ну, стрелять в них по-хорошему, да, вроде как. Но у тебя позади есть решетка. Перемещайся в астрал. И не эта решетка, а там, где вот эти... 4 кочега у тебя там спереди прям. Ага. Это блядские люки.
Тебе вот эту штуку это открывать тут надо будет. Понятно. Ну, пар, видимо, оттуда будет. Слушай, погоди, а они у тебя так не открываются, как это они нажимаешь? Нет. Да, я не помню, что просто. Куда ты его хочешь кинуть? А слона-то я не заметил. Он бы меня не выпустил, блазер. А может тут поджигать надо, нет? Клапаны, блядь. Потому что там был факел, тут костер. А, вот, одно открыл. Блядь, какой-то звук. Какая-то музыкальная, блядь, шкатулка, на. А, все правильно, я открываю. Хорошо. Что съебал? А? Да я про Кивича. А, ну он бывает такой, возьмет, да выйдет. Так, я их всех все открыл и что дальше? Или их какой-то особый последовательность? Ну, вот этого, блядь, я не помню. Да, то тут проёб получается. Он мне, блядь, звук очень хуёвый в этой игре. Именно всяких штук воспроизводится. Музыка-то играет, а звуковые эффекты какие-то потрачены. Посмотри слева от решетки. У тебя там была стена. Здесь закрыто. Просто я помню, это уебанское место. Но... Нет, они не меняются. Ну, значит, тебе надо сейчас обратно, скорее всего, может, определенно поселить вообще. Тогда с этим траблы. Так, ну ладно, давай сделаем иначе. Короче, тебе надо в определенном порядке. Как это по порядку, знаешь, подсказки есть? Так. Проходим сквозь решетку слева от кристаллов и идем налево. Перед нами три котла. Нужно поднять крышки так, чтобы их тон разбить оставшийся кристалл.
сначала поднимаем среднюю, потом ближнюю. То есть первую, вторую. Ну, то есть подсказок там никаких нет на то, как ты делаешь. Ну, тебе это надо по звуку. То есть, ну, так как у него звук хреновый, ну, да. Блядь, тут уж... Налево, налево, давай, блядь, Блазер. Налево от решетки нахуй. Ты ушел направо. Так, сейчас тогда ёбну, тварь. Да, он опять появится, так что. Сейчас тогда этот где тут? Спасибо за коробчик, Блазер. Так, среднюю говоришь, потом ближнюю к экрану имеется в виду? Ближнюю к нам. Ну, к тебе, короче. А. То есть первая, вторая. А. Нет, открыть наоборот. Ты все открывал. А. Первую оставляй открытой, а это открывай вторую и все. А, ну. Думаю, у меня задержка. Да, все, понял. Okay. Так. Ну, если Блазер сам не захочет, что ли? Так, пис второй. Справа средняя и дальняя. Ага. Я могу, ну, и сам так. В принципе, побить. Можно было догадаться, но, блин. Ну, да. Окей, понял. Надо мантич сегодня без вармсов и так далее, да? Ага. Раз уже 9, а у тебя 10 получается. Так, ну, в принципе, с Hat and Time на сегодня закончу. 4 часа настримил, нормас. Так что, если что, перебегайте на гараж, устроим, блять, им развитие. Хотят они этого или нет. Да я сам скоро буду заходить. Ага. Сейчас хотя бы корнфорт-портал найти, чтобы не хуять ребят вот так вот. До завтра. Так, я закончу. Так, ну, в принципе, я в магаз успею даже сгонять еще. Ну ладно, тогда в магазик пойду. Mm-hmm. Удачно достримить тогда. Давай. Давай. Ага. Давай. Так. И... Все, блядь, паутиной засрано. И... А, ну вот, по-моему, сюда надо. Слева проходим, да. Сцена, блядь, зашел к уроду. Ебанутый.
пудель, ёбан. Вот эта вот труба, это да, это, наверное, самое бесячее в этой игре. Однозначно. Я на этом месте, блядь, скакал часами, наверное. Потом, когда у тебя активируется тут пар, это, блядь. Это еще та боль, нахуй. Почти. То, что не залетаешь-то туда, ёбаный рот. В прошлый раз первый раз залез, сейчас что-то вала ебёт. Да прыгай с трубы прямо, тебе это... Прямо между этих штук, что? Ну да, там же у тебя проход идёт. О. Понятно, что мне туда наверх, но, блядь. Видимо, они не заиграют пока.
Чё говоришь? Понятно, что мне туда наверх, но, видимо, пока не заиграет, мне хуй туда, туда к ним добрать. Ну да. Так что время духовых инструментов. Решил поесть, блять. Получил пиво. Да они куда-то исчезают, блядь. Здесь есть очень частый косяк. О, в плане да. того, что лом. Ага, вот. Он что-то пустил. Застрял. Ага. А, тебе эту трубу надо будет подтолкнуть. Ее бы еще найти, скорее. Там, где ты поднялся снизу. Имея в виду снизу, это тот лифт. Или лифт? Лифт. Сейчас пытаюсь вспомнить, какой это лифт. Это центральный, в который ты это, который ты активировал, чтобы взлететь вверх. Ага. Вот здесь подсоси и возвращайся обратно. И вот эту трубу, которую перед тобой я вам скину. И все. Вот эти бомжи меня постоянно бесили. Бомжи, ладно, блин, длиннорукий хуй сос поопаснее. Ну они зёмы, да. Ой. Да. Вот я вижу эту хуйню, которая... А где сама... А, то по трубе уебать, что ли, надо или что? Тебе её надо скинуть. Ты приземлись справа от неё. А, да, вот всё. Подтолкни, там... У тебя в той комнате с кривой, mm-hmm. ну, с кривой трубой активируется. Там один поток. Я вижу, тут вроде бы еще одна труба будет. Вот. Может, ее можно сразу скинуть или нет? Ай, блин. Попробуй что. Не, по-моему, не знаю. Хуй, не шорткат. Куда? Ну, трубы заранее, чтобы не ходить туда. Ибо нехуй. Ну да. Блин, ебаный, прыгай, блять, нормально. На геймпаде в нее играть как гораздо легче, на самом деле. Возможно. Я вообще на геймпаде не играю, я вообще. Прожжённый пекарь, блин. Я сейчас одной рукой играю. Потому что мышка нахуй не нужна уже, ты же играешь. Ну да. Её даже настроить нельзя. Ай, блядь. А, по факту, как бы она... И ты её не сможешь никак к этой... Обзор здесь как таковой. Тебе надо осмотреться, куда лететь, потому что я... Тут
первая вот эта платформа. А дальше хуй его знает, потому что типа. Типа меня опять сюда же приносит. Пиздуй, да, дальше там, скорее всего, в. В духовых шкафах там. Какая-то хрень. Я бы его так активировал. Кто клепает эту пиво интересно? Получение королевства Великой Британии та пивничной Ирландии. Ебать. Отсасывается здоровье уже заебал. Скайна вообще был наркоманский какой-то бой, блядь, абсолютно. О, блядь, Каин это Каин. Даже не понял, в чем прикол. Я его просто уходил в астрал, уходил один раз бил, уходил в астрал, уходил один раз бил, все, блядь. Ну, это первый бой, он. Вон у тебя идет дальше, справа, чуть правее. На следующих трубах там у тебя есть проход. Вот здесь. Где-то сверху. Выше, выше, блядь. Стена. Вон. Право. А, да. Ой, не падай. Блять, старость не радость, да? Камера не радость, это точно. Камера нормальная, я-то все вижу. О, колокольчик. Страдать. Бьешь, бежишь наверх. Надо бить и бежать, и нахуй и ты дил даже, блядь. Не обращать. Да куда бежать-то? Беги, красавчик, беги! Куда-нибудь, не важно. До каких-то руин добежать. Блядь, зачем залез в текстуру? Хуя он резает. Тебе надо взять тот ящик и пододвинуть. Там. Ну, во-первых, да, во-вторых, у тебя еще есть рычаг. Ты еще один рычаг проебал. С одной стороны, хорошо, что для этой игры не делают ремастер, иначе бы эти пауки бы ползали вообще везде. Так сказать. Они бы вас позвали.
Так, игра пизда. Это, блядь, ремонт водонапорной трубы, блядь, летом. Тогда, ёбаный, просто радиоактивная палуба. Так, блядь, починили, нахуй. Вот, пускай две недели ебутся дальше. Где ты говоришь, я проебал, блядь? Вот здесь вот тебе надо ящик пододвинуть. А. К этой жутой поебени. Вроде бы. Да. Спрячься от них. Же меня не видно, она. Ай, теперь видно. Ну, пододвинул. То, что ты его пододвинул, да. Так, это основной туннель, вот этот, видишь? Угу. Да. И у тебя тогда активируется третья труба и сможет пойти к боссу. Если мне не изменяет память, блядь. Портал бы. Двинь этот. А. Ящик. Ну, враги здесь, сука, это агрессивные. Ну, поебали. Что застревается на это? Хуище. Не погибнет, блядь. Полетишь в самое начало. Самое, где? Да, я понял. Осьминожка. Я так и не понял прикол с колоколом, потому что тут наверх не подняться, выше, а где второй ты находишься. Блять, ну, хрен с ним. Пиздуй дальше. Там где-нибудь разберем. Потому что колокол там, это, как он называется, ну, здесь еще один должен быть где-то, я уже не помню. Место уебанское. Довольно-таки. Все, что остается в памяти, это ебаный колокола до труб. В огромных, сука, количествах. Пизди их! Ебош! Давай. То, блять. Так, а труба не то случайно. Нет, труба не здесь, тебе надо идти дальше. Кто тут между этими хуйнями тоже какая-то ебака. Тебе надо пиздовать в основной этот. Ну я понял, где это еще одна, которую я не смог повалить. Там ты скидываешь, у тебя активируется третья, и ты падаешь. Ебать, какой вентилятор охуен. Такой, блядь, квадратный прям. Квадратный.
Ну, тебе остается до полста часа, это опасно. В принципе. Потом большой путь обратно. Платформинг. Да. Не прощает. Хорошо, здесь есть Кенни какая-то центровка камер. Ну да, без нее был бы вообще пиздец. Шпок. Ну, давай, портал там что-нибудь. Портал, по-моему, да, здесь есть. В какой стране, блядь? Сесть, да. Так, короче, это похоже если... на босса, поэтому... Нет, обратно, иди обратно. Да. Обратно. Стой обратно. Это брат. Это братишка. Здесь просто, ну, насколько помню, не у каждого... Да, вот портал. Босса есть портал, блядь. Ну обычно, если не у босс, то хотя бы на уровне локации где-то в этой, чтобы не прям. Ну да. То локация здоровая, блядь. Да, то что какой-то баланс хоть должен быть, чтобы прям совсем уж всю не проходить. Хоть и загадки как бы заново не надо решать, но все равно бежать довольно долго. Пиздавать и пиздавать. Так, ну ладно, я тогда на этом закончу. Так ты бы уже это убил бы его, там тебе надо кинуть в него три, а. Блять, горящих этих, и он. Ну трупит. Давай попробуем. Хуй там пробовать, там, блять, питва на 5 минут, если не хочешь. Тебе, короче, надо будет высерить прямой кишки хватать и поджигать и кидать в него. Это чтобы облегчить тебе, блядь, прохождение хоть эти. Это хуище. Он что, на одном месте что-то? Ну, он типа да, он как этот. Стал как матка. Блять, у него харик. Какой-то урод из контра, блять, сделал. Это больше не урод из контра. Чужой, блять. Зефан, your visage becomes you. It's an appropriate reflection of your soul. And you are not his handsome Raziel anymore. His precious firstborn son returned betrayer. You have made so many changes, Raziel. Look around you. See how the human's weapon of destruction has become my home. Indeed, my body. A cocoon of brick and granite from which to watch a pupating world. Короче, как только вы only scuttling from the shadows to devour a victim already ensnared in your cowardly trap. Одного, что ли, всё? But you've made the mistake of leaving me alone. Ну, там три или пять. It is you who must succumb to my will. Так, ну я из источников огня, это там костёр или факел. Там магнемёт, да, у него.
I warned you, brother. As my stature has grown, so it is matched by my appetite. Step forward, morsel. Так нет, ты жди, когда он выстрелит, ты яичко, он его высирает, ты его поджигаешь. Ты можешь к нему поближе подойти. Не бойся, не кусается. Только пиздец. Меня это клешни, блядь, смущает. А, бей. Забыл как-то. Пиздуш. Они его типа сливают, да. Так, и он высер. Чё этот личин? Хватай её. Хватай. Ай. Хватай, поджигай. И кидай в него. Неважно, да, куда, просто в него. Ну вообще, да. Там. У него агония, блядь. Ай! У меня будет агония. Ты это. Ну ёб... Ой, вот эта вот тварь, блядь, терпеть не надо. Он меня на Кане заебал просто. Они меня бесили. Отъебись. Где вообще это? Точка возврата. Скорее всего слева. Нет? А, да, вот. Хорошо, здесь на боссе нет базы, можно его, блядь, сдохнуть сразу. Ага. Личинку, личинку. Да, вижу. Ты, да ты бы не ломал все это, так бы. Ты... Давай, рожай еще одну улыбку. Так, ну у него этих, блядь, клешней нету, блядь. Сейчас его пиздить. Самого, что ли? У тебя стрельбы нету? Нет. Блядь, на какую-то вот, кнопку... Вот, я нахуярил, он по гнезду, блядь. А, ну вот, отлично. На, все, сгорел. Вот первый, второй босс, они зёвы. А вот, блядь, который в воде, я ебался просто. Вот там геморрой. Сколько их всего? По-моему, 4. Неожиданно. Ну, ещё такая, наверное. Consuming Zephon's apostate soul has bestowed on you a new gift. Like his vampire spawn, you are able to scale certain walls which are otherwise impassable, but only in the physical realm. In the spirit world, these insubstantial edifices will not support you. In the mountains beyond the pillars, Nosgoth's cataclysms have exposed an ancient crime. Endowed with Zephon's soul, you may now progress where your path is too impeded. Короче, когда будешь, включать уже завтра, да, попортайся на этот портал и забери последний глиф там. По дороге обратно. Он на
сатена. Ну, сатен, подожди. Короче, блядь, там есть... Ну, возле этого, что ли, возле хаба? Короче, там у тебя было два места, где ты можешь влезть. Ну да, я две видел, да, я помню, одно возле хаба, а второе, где вода там, блядь. Ну вот да. Ну это я помню. Вот, вот их это общай завтра. Окей, да. Ползание по стенам работает только в материальном мире. Угу, я догадался. Okay.